Поклонникам полезных, вкусных и простых в процессе приготовления завтраков хочу посвятить этот рецепт. Потрясающая идея для взрослых и детей, мимо которой просто невозможно пройти. Попробуйте. Хочу поделиться с вами идеей, как приготовить быструю кашу в банке. Огромное преимущество этого рецепта в том, что каша делается за считанные минуты или еще с вечера, то есть утром, когда катастрофически не хватает времени, ваша еда уже будет полностью готова. Классно, правда? Количество ингредиентов указано на 1 порцию и весьма условно. Вы всегда можете варьировать количество йогурта, молока или добавок, кроме ягод и фруктов. Прекрасно подойдут также орешки или семена, например. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Подготовьте удобную баночку. На дно насыпьте овсяные хлопья. Использовать нужно самую обычную овсянку, а не быстрого приготовления. 2. Сверху выложите йогурт. Он может быть как натуральным, так и с добавками. От этого зависит также, будете вы класть сахар или нет. 3. Далее, черед ягод, фруктов, орешков и прочих добавок. 4. Осталось только влить в баночку молоко, добавить щепотку соли, чтобы оттенить вкус, и накрыть все крышкой. Оставьте овсянку на ночь в холодильнике, а утром вас будет ждать полезный и вкусный завтрак. Подписавшимся, больше вкусностей. Жду ваших лайков и комментариев. Такие продукты будут нужны. Овсяные хлопья, 100 грамм, йогурт, 100 грамм. Фрукты или ягоды, 100 грамм, по вкусу. Молоко, 100 миллилитров. Сахар и соль, по вкусу. Количество порций, 3. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Всем Марии удачи, и дачи у Марии. Увидимся.